За чашкой чая на личной встрече с главой округа супруги военнослужащих офицеров противоминного центра. Екатерина, Людмила и Елена всей жизнью своей в современных реалиях доказывают, что являют собой надежный тыл своим мужьям и пример неравнодушным красногорцам. Скооперировавшись, они создали сообщество в соцсетях и мессенджерах, где ведут сбор средств на самое необходимое фронту. Например, спальные мешки и тепловизоры. Начинание местных жительниц поддержал и Дмитрий Владимирович Волков. По просьбе Елены Бакулиной помог с приобретением планшетов. Так сложилось, что я стараюсь именно вот то, что приходит ко мне лично, читать сам. Почему? Потому что, это как в жизни. Если ты взял на себя эту ношу, то ты ее должен нести. Я сейчас и вас, как жен наших офицеров, прекрасно понимаю, и жен наших мобилизованных тоже героев. И моя задача с каждым из вас, честно, для меня это большая честь лично познакомиться. Искренне говорю, потому что можно и помочь. Парни попросили планшеты, потому что они сейчас работают с бумажным вариантом. Бумажный вариант приходит в негодность. И с такими вот более удобно планшетами работать. У них 5 групп, на каждую группу по одному планшету. И будем отправлять через центр машиной. На следующей неделе будет отправка в начале недели. Теперь супруги офицеров намерены приобрести квадрокоптер. Глава Красногорска со своей стороны пообещал и в этом поддержать. Сбор ведется в телеграм-группе «Тыл фронту», в которой, кроме того, местные жительницы общаются и поддерживают друг друга морально.